что думаешь вообще про нас? Про PSN Crew? Ну да, что заебись мы организовываем? Нет, или хуйня. Прям все как думаешь, наверное. Я участвовал в прошлом году на контесте после лета. Мне понравилось. Только я не выиграл. А PSN Crew вообще молодцы, да. You gotta fight for your right! Ну, меня зовут Паша, занимаюсь я этим 3,5 года, ну почти 4. Привет, меня зовут Илья Ортин, я занимаюсь BMX-ом, наверное, года с 2014-го. Меня зовут Аркадий, мне 15 лет, ну 16, катаюсь уже 3 года. Пришел я к этому, потому что мой друг Александр Елисеев начал кататься на велике, и мне тоже понравилось. Попросил родителей, они купили мне первый велик мой. Я был очень рад. Через некоторое время мы создали свою команду под названием APSN Crew. Многие спрашивают, почему она так называется, ну, типа, именно что значит слово APSN. Это значит опасные через А. Соревнования проводят, как бы, получается, наша команда Chos Gang, APSN Crew и Томские райдеры. То есть это открытие сезона. Все настроены выиграть, как бы я тоже хочу выиграть. Ну, на заднем фоне вы можете видеть происходящее. Это мы организовали все. Не будем хвастаться. Пришли мы к этому как? Ну, была когда-то давно команда, которая называлась Badass Crew. Они организовывали нормальные движухи. Потом они все это дело забросили, и мы решили это все возродить. Как бы пока что не так все богато, как у них было. Не хватает аппаратуры и прочего. Музыку включаем с колонки JBL беспроводной. Орем в рупор. Комментируем происходящее. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri, Funk Master Flex. Самое жесткое мое падение было через год после того, как я начал кататься в 2015 году. Я катался в нашем локальном парке, я делал, ну, самый простейший, наверное, трюк после банни-хопа на BMX под названием Ванетти через такой огромный бордюр. Я просто взял его, поставил вертикально и попытался через него сделать Ванетти. Я перелетел перелетел через него и уперся задним колесом в землю, и меня откинуло назад. Я очень сильно ударился головой, у меня был ушиб мозга. С тех пор я катаюсь в котелке и всем советую это делать. Это событие было, когда я начинал только кататься. Я делал через фейки от стены и рулем воткнулся в живот. Это было неприятно. Я в Анапе сделал барспин через фанбокс. Вот мне понравилось, да. Это было страшно. Я делал его в скат и сломал себе палец. Он прям вылетел из хрящика. Это было некрасиво. Interviews by the pool, considered a fool, cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. You have a goal, but not the name. Cause you're the name.
like a genesis when I was dead broke, man, I couldn't picture this. Почему мне это нравится? Потому что когда я катаюсь, я, можно сказать, получаю от этого кайф. То есть кто-то пьет, кто-то курит, а кто-то катается, и ему это нравится. Потому что это как стиль жизни получается, ну, если у тебя появляется BMX.